Песен еще не написанных. Сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камням лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Конечно, не он играет, естественно, не он. Ты девочка, мне кажется. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сожгли. А мне кажется, пацан. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дегтярева Ярослава. Ярослава, сколько вам лет? 7 лет. 7 лет. Ну, вы знаете, Ярослава, вот это, конечно, первые мурашки. Вот они принадлежат совершенно вам. И мурашки у меня начались, когда я вас еще не видела, а только слышала. А вот когда я развернулась и еще вас увидела, это, конечно, ваше сочетание роста и голоса. Это что-то совершенно какое-то невероятное. Помнишь сказку о потерянном времени? Да. Как большие стали маленькими. Да. Мне кажется, что Ярославу взяли и просто уменьшили. А на самом деле... Это хочется на вас вблизи посмотреть. Большая, просто маленькая. Большая, просто маленькая. Ярослава, скажите, пожалуйста. Ярослава. Я просто хочу, чтобы перепад был. Перепад был, посмотреть, чтобы зрители увидели. И я сам увидел, насколько у нас большая разница в росте. Пелагея, ты, конечно, очень красивая, но я выбираю Билана. Провал. Ну... Подожди, пожалуйста. Поговорим еще чуть-чуть. Я пойду на место, поговорим. Ты молодец. Молодец. Не переживаешь, все хорошо? Хорошо себя чувствуешь? Не нервничаешь, да? Сейчас. Ярослава, вы тоже очень красивая. Я бы тоже Билана выбрала. Послушайте, вот вы начали сначала на октаву ниже. Вы собирались так пить. Это как бы показали диапазон вам. Ты представляешь? А если бы... А получилось бы, ты понимаешь, как? Просто я забыла немного. Совсем. Совсем. Ярослава, мы... Правда, я не ради того, чтобы каким-то образом сейчас вот здесь поразвлекаться как-то, пообщаясь с вами. Да что вы тут так серьезно? Да, вы очень серьезная какая-то барышня невероятная. Вы покорили просто меня, а не только. Ярослава, скажите, пожалуйста, вы песню эту слышали вот в оригинале в исполнении Виктора Цоя? Нравится вам? Угу. Класс, да? Ваши родители, а они как, музыкой занимаются? Вы так серьезно относитесь к своей задаче, что мне стало очень интересно, откуда же ноги растут? Ну, бабушка и мама, они как бы тоже поют, как я с детства. А сколько лет маме хотел? Ну да. А сколько маме лет? Маме 29. Какая молодая мама. Да.
Ой, здорово. Я вас очень поздравляю с такими. И я вас поздравляю с такими вообще. Да, с такими чудесами. Пойдем, не будем тебя больше задерживать. Пойдем обниматься. Спасибо тебе большое. Пойдем пожимать руки. Можно вас? Ты красотка, умничка вообще. Молодец. Серьезно, серьезно, серьезно. Молодец, умничка. Пойдем. Аккуратно. Оп-оп.